Здесь дровяные печи камины. Какую подборочку? Ну, давайте покажите, что есть. Ну, смотрю, да, если плохо очень, можно как бы все поправить. Камины есть. 54 тысячи камин. Можно поверх огня положить топливо, керамическое топливо. Топливо 300 рублей полтора литра. Какую цену? 4-5. Ну, говорят, 27 тысяч. Не, есть оригинальная, там запах, в принципе, там. Ну, вот эти подороже, да? То есть, ну, такая, наверное, да? Да, вообще зажигаете, как будто ли хвою. Возьмите листовочку, посмотрите. Нет, смотрите, у вас камин, да? Это печь камин. Печь камин. Есть такие печи, которые через себя воздух прогоняют и... Ну, конвекционные, конечно. Во-первых, вот эти. Печи камин. И вот. Чехия, Германия, это Польша, это серия Норвегия. А Россия есть? Нет, Россия мы не занимаемся. А что, у нас не производят? Производят. Мы поставщики только 5 европейских стран. Mm-hmm. Из российского мы возим только дымоходы эмалированные. Без камина, без дыма, без копоти, без вытяжки. Так, ладно, я не вижу. Значит, смотрите, есть котлы, которые греют воду, да? А есть котлы, которые греют воздух. Это печь. Если говорить про воздух, смотрите. Есть козы с турбиной, вот такая же. У нее на задней части стенки будет стоять турбина, то есть будет гнать воздух на, в комнату, да? Это первый вариант. Второй, что можно, чтобы с воздухом. Через топки. На любую топку будет одеваться дистрибьютор. У него будут отводы на теплый воздух. Разводите теплый воздух по комнатам. Соответственно, ну как бы будет за счет теплого воздуха. И еще есть вот такие вещи. Как бы к топке подключаете батареи, то есть фактически делаете за счет камина центральное отопление по всему дому. Топится камин, топится весь дом. Вот такое решение сколько стоит? В зависимости от вашего, от вашей площади. Там топки идут у нас от 40 тысяч рублей. Дистрибьютор стоит 3 тысячи рублей на топку, наверное. Сколько сейчас? 40 плюс 3, 40, ну, грубо говоря. Да, 42 там, 40, 45 тысяч. 50 тысяч, короче. Монтаж. Монтаж порядка 150 тысяч. Под ключ. С дымоходами, с работой, с доставкой, с всем делом. То есть под ключ, все дела.
Вот, ну и плюс облицовку вы еще должны сюда сделать. Угу. Облицовка там в районе, я так, ну, наши мы сами делаем облицовки, я так называю, там в районе 150. Угу. Так, ладно, нам, скорее всего, надо не камины, а котлы, которые где-то будут... Вот это самое эффективное, то есть батареи, подключаете к камину, то есть это как котел фактически вам. У вас и камин получится, и котел в одном флаконе. Да. Так, сайт есть, да? Да, сайт есть, на каждом надо в визитках. Угу. С 2-3 года месяца что-то. На улице Кетчерская, 13, два больших шоурума. Можете приехать, у нас там даже действующий стенд есть. Ну, он как не горит, но там он подключен к сети, то есть мы можем вам показать принцип. Слушайте, автоматика есть даже? Да. То есть они газовые? Электродровяные. Дровяные, а как автоматика действует? Заложили дрова, так. Подожгли, так. У вас автоматический приток воздуха из нее включился, ага. У вас автоматический насос включился, ага. У вас автоматически он выключится, у вас автоматически закроется задвижка на приток воздуха. Угу. То есть, когда она гаснет... То есть... Все закрывается, выключается. Холодная вода не бегает по батареям, так, уже... Вы занимаетесь при... только дровяными, да? Ну, биокамины дровяные, да, печи. А био это что? Био на биотопливо, вот, заливаете биотопливо, на основе виноградного спирта поджигаете, в любую квартиру, ни гари, ни копоти, ничего, сейчас очень популярно. Здорово. Так что... Хорошо. Спасибо.